И мы пойдем к тому, как начинаются, как длятся, созревают и заканчиваются отношения. Потому что в отношениях в паре есть особый цикл. Он очень тесно связан с циклом развития семьи, но это немножко другое. Итак, с чего начинаются отношения? Отношения начинаются, кстати, вот, я предложил такую формулировку, с нулевой фазы, когда их нет. С той фазы, когда, может быть, вы осознанно задумываетесь о том, чего хочу. Вот. Какая проблема? В нашей культуре очень часто отношения начинаются с разума. Тогда, когда молодые люди еще живут вместе с родителями, но кто-то уже забеременел, что все, надо жениться. В чем здесь проблема? Дело в том, что пока дети находятся вместе с родителями, ну, когда вырастите, у вас будут дети, да, у кого-то уже есть, это важно понимать, чтобы детям помочь как-то жизнь лучше строить. Пока дети находятся вместе с родителями, весь опыт, который они получают о семейном устройстве и об отношениях в паре, это исключительно то, что они видят у родителей. Для них нет никакого сомнения, что наши отношения должны быть такими. Вот так. И никак иначе. Они могут читать книги, смотреть фильмы, там, бывать в гостях у однокрупников, у одноклассников, но все, что они видят дома, это вот настолько подавляющий пример, что из него сложно вырваться. А вот это семейная модель. И только тогда, когда молодые люди отделяются от родителей, они могут на какое-то время освободиться от этого влияния. Похоже, что до конца невозможно освободиться, но хотя бы уменьшить это влияние, чтобы чуть больше трезвости включить и подумать, да, чего хочу, а согласна, ну или согласен ли на такую жизнь, как у мамы с папой, а может быть что-то другое хочу. Потому что вы не обязаны повторять судьбу родителей, да, при всем уважении к ним, вы это другие люди. И вот какое-то время пожить, общаться, там, знакомиться, флиртовать, устанавливать какие-то отношения и для себя поставить критерии, чего хочу, чего не хочу. Потому что, как правило, в молодом возрасте, да, и не только в молодом, у меня как-то была клиентка, которая говорит, знаете, я вот влюбилась, 55 лет, как в 15 лет, все то же самое. Но я так добавляла. Я чувствую себя такой же. Ну, имею в виду интеллект 15-летний. Потому что включается природа. И начинается.